по-другому, блин, другого хрена уходит. А вы много выпили или мало? Вы много выпили? У вас просто шаткая походка какая-то. Я перед тобой что, отчитываться, что ли, думаешь? Ну, там-то основание оскорбляю. А вы, молодой Хожу человек, не только оскорбляете, еще и провоцируете. Оскорбляю? Оскорбляю. Как? Ты оскорбляю. Сказал, что он вот так вот. Я сказал. Да, а ты сказал. Да. Оскорбил. Оскорбил? Ты уже насрал. Я представитель охраны. Да. Я не знаю, что ты подозрительно здесь делаешь. А ты что тут делаешь? Ты, не ты где охраняешь? Мне, а ты мне что тыкаешь, слышишь? Что такой дерзкий-то вообще? Вы что тут все такие борзые-то? Шлагбаумы еще понаставили, места отгородили. Самый умный, что ли? Твое место подозрение. Где? А иди охраняй там свою будку. Ах, ты меня еще и посылаешь. Да, а, посылаю, потому что я предполагаю, что ты охранник, и ты тут работаешь. Тебе деньги платят, вероятно, из моего кармана в том числе. Номерок болотной. А не подскажешь, где вот это от этого шлагбаума ключ можно взять? Поднять шлагбаум? Не, ключ где взять от него? А то проехать хотел на машине припарковаться. На машине сюда что-то ехать? Да. Зачем? А? Ну захотел, вон там уже машины стоят, правильно? Это машина, которую не брал. Я как ваш велосипед. Ну, я хотел на машине сюда приехать. А тут шлагбаум. Пришлось на велосипеде ехать. Так, на будущее просто. Или тут чисто для своих, как бы, своих, такой? Конечно. А, я понял. Я понял. Свой ключ. Ага. Отлично, хорошо. А это территория управы, да? Да, конечно. Или общая? Нет, у каждого свой ключ, кто сюда заезжает. Я понял, ну просто я кадастровую карту посмотрел сейчас, и это как бы территория города, общая территория. Ну, я точно не знаю. Вы приезжайте днем, перешите этот вопрос. Ну, хорошо. А вы не подскажете, тут где-то полицейский был? Он тут местный? Вышел. Вышел уже, да? Майор, да. Угу. Убежал, я понял. Ладно, хорошо, спасибо. Вот все поднимается. Замечательно все поднимается. И отпускается. Был на встрече с жителями Суправы, жителей Суправы, с главой управы, и послушал много чего, то есть как пенсионеров там кинули на много миллионов за коммуналку, там эти терминалы платежные, да, как с этим полиция ничего не делает, и как парковки там тоже, парковки поднималось, что нужно там разметку какую-то сделать, парковочные места и так далее. Вот, я думаю, с парковками-то в районе, как в любом районе Москвы, не все нормально, явно. А тут целая, блин, площадь, тут пустует. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь машиномест. Из них вот сейчас, допустим, половина свободная, да? Даже больше половины. Четыре места свободные. Я хотел бы тут парковаться, например, да? Или инвалиды хотели бы тут, может быть, парковаться, потому что им реально тяжело вот идти там, ну, с того места, где они поставят автомобиль. Однако нет, тут шлагбаум вот стоит, и только для своих. Вот. Я сомневаюсь, что тут много инвалидов, конечно, работают, так что я думаю, что это не очень справедливо. И вот опять уезжает сотрудник управы, которая требовала, чтобы я записался на встречу с жителями в какую-то книгу, в какой-то список. Вот. Ну вот она, видимо, тоже решила для себя лично проблему с парковками. Вот таким вот способом. Очень интересно, за чей счет установлен шлагбаум и зачем он тут нужен. Ну зачем нужен, вернее, понятно. А вот за чей счет? Вопросики, вопросики. Если у нас не плательщиков за коммуналку выселяют, а тут вот шлагбаум строить. А мы у нас находимся... Где тут? Вот. Так, сейчас. Да, вот тут, управа района Вишняки.
Что такое? Что такое? Говорят, вы что эту машину хотите? Купить хотите? Какую? Вот эту. Вот эту? А сколько стоит? Сколько стоит? Тебе она нужна? Что хочешь? Сколько стоит? Может, купить что хочу? Что тебе стоит? Ну, вы спросили, хочу ли я купить? Сколько стоит? Может, куплю? В каталог зайди, посмотри на рыночный, сколько она стоит. А ваша машина? Нет, не моя. Что хочешь? А вы как продать мне ее хотели? А что ты хочешь? Хочу, хожу. Хочешь, сходишь? Да. Ну, ходи. Ага, спасибо. Я вызвал милицию. Да, я уже вызвал. Вызывай милицию, какого хрена уходит? А вы много выпили или мало? Вы много выпили? У вас просто шаткая походка какая-то. Я перед тобой что, отчитываться, что ли, думаешь? Да нет, просто. А? Интересно. Как вы поинтересовались, так и я. Ну как до основания оскорбляете? А вы, молодой человек, не только оскорбляете, еще и провоцируете. Оскорбляю? Оскорбляю. Как? Ты сказал, что он вот так вот. Я сказал. Да, ты сказал. Да. Оскорбил? Оскорбил? Ну напишите заявление на меня тогда. Ну а почему? Напишите заявление, я же его оскорбил. Якобы. Я же его оскорбил, правильно? Конечно. Как? Потому скажите. Он вот так. Ну, а он не так не ходит, нет? Он инвалид. Ну, может быть, инвалид, я не знаю. Ты сказал, что он пьян. Я спросил ты его. Сказал. Я спросил сказал, его. Уверенно, я спросил что его. Я спросил его. Ты сказал, что ты меня снимаешь? Что на каком основании ты интересуешься? Интересуюсь? Да. Ты где? Ну не знаю, а вы у меня на каком основании поинтересовались? Что я об этом состоянии отменил. Очень наглое поведение. Да? Очень наглое. Провоцирует и смеется еще при этом. Нельзя, да. Извините, прошу прощения. А нельзя что мне твои извинения? Не знаю. Ты уже насрал. Не знаю. Как не знаю? Я представитель охраны. Да. Я не знаю, что ты подозрительно здесь делаешь. А ты что тут делаешь? Ты, не ты где охраняешь? Мне, а ты мне что тыкаешь, слышишь? Что такой дерзкий-то вообще? Вы что тут все такие борзые-то? Шлагбаумы себе понаставили, места отгородили. Самые умные, что ли? Нет, ты человека оскорбил? Оскорбил. Как я его оскорбил? Ты сказал, что он пьяный. Я предположил, что спросил у него, пил ли он или нет. Почему он так ходит? И почему он так докопался до меня сейчас? Я к нему обращался? Нет, потому он сам ко мне обратился. Его машину. Хочу и снимаю, и что теперь? И что теперь? Хочу и снимаю. Твое место где? Иди охраняй там свою будку. Ах, ты меня еще и посылаешь. Да, молодец. Посылаю, потому что я предполагаю, что ты охранник, и ты тут работаешь. Тебе деньги платят, вероятно, из моего кармана в том числе. Или я что-то не так сказал? Вообще. Вот это управа, вот это охрана. Тыкает он мне, стоит. А ему, значит, нельзя тыкать. Здравствуйте снова. Здравствуйте. А почему у вас такая охрана дерзкая тут? На «ты» со мной разговаривает. А это, видимо, ваш водитель, да? Угу. Ну, это я понял. Я понял. Интересно, какая машина у нас угловая права. Ну ладно, машина такая, не очень дорогая, я думаю. А пристегнется ли водитель? Да, пристегнется, неужто? Пристегнется, да. И вот, собственно, шлагбаум поднимается, и глава управы уезжает. Уезжает с рабочего места. Провел он сегодня встречу с жителями. Вот, собственно, и полиция подъехала. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ко мне, а мы с вами знакомы вроде, вы, да? Мы с вами знакомы, да? Старший сержант полиции Кирнечный. Да, помню вас. 9, корпус 2, да. Даете, а если строение 9, 2. Корпус 2. Строение 2. Что вы хотели? Так, вы смогли сейчас сюда проехать? Мы? Да. Надо было. Нет, проехать. За шлагбаум. Не смогли. Вот, собственно, по этому же поводу я и хотел бы написать вы заявление. Письменно будете писать заявление? Да, да, давайте напишу. Вот. Так. Вот у вас в карточке, наверное, там конфликт с охраной был, да? Вот самое интересное. Не могу сказать вам. А, ну мне дежурный уже. Далее, как шлагбаум установлен.
Мне вот дежурный сказал, что там конфликт с охраной, мне зачитал. Но самое интересное, что когда я вызывал, там конфликт с охраной не было, а вот когда вы приехали, он уже был. Вот. Уже как... назрел? Да, как на, вот на карте лежал. Вот. Ну что, друзья мои? Вот такие вот пироги. Написали заявление. Какой ответ будет, я думаю, надо как-нибудь вас уведомить.